Приветище, это Satisfactory и моя навесная, парящая железная дорога в песках. Ну, как ты видишь, я тут немножечко модернизировал свою дорожечку. Так, пошел вон, не грызи, не нюхай мою железную дорогу. Сейчас, подожди, вот эта штука электрошоком сейчас его жбахну, ну пошел отсюда. Вот, молодчик, а то тебя еще раздают тут поездом. Короче, в прошлой серии мы остановились на том, что мой поезд ездит по рельсам на автопилоте, но не разгружается. В комментариях мне написали, что мне нужно поменять погрузочный отдел с самой станции. То есть у меня станция теперь вот здесь стоит. Ну, она, в принципе, и раньше тут стояла. Но дело в том, что смотри, тут есть такая фишечка. Вот ты ставишь железнодорожную станцию, и там, видишь, есть стрелочка, типа play, которая показывает вперед, а у меня стояла вот так вот. Соответственно, поезд подъезжал, стопорился, и все. Теперь я все поменял, у меня теперь стрелочка смотрит в эту сторону. Сейчас поезд сюда подъедет, и он разгрузится спокойно, вообще изи. Также спасибо за комментарий, разобрались с этим. Еще я узнал, что здесь есть стрелка, которую можно переключать. Что делает стрелка, если кто не знает? Направление оно меняет. Если стрелка у нас в эту сторону, то поезд поедет сюда. Если стрелка будет смотреть налево, в левую сторону, то поезд поедет у нас прямо. Для чего это все нужно? Если ты случайно перепутал местами железную станцию с погрузочной станцией, то ты просто меняешь стрелочки, ну, направление проезда поезда, и все, это тоже решает проблему. Ну а сейчас мы с тобой ждем нашего поездатого дружочка, железного конечка. Он должен сюда приехать и разгрузиться. Наконец-то мы вместе с тобой это узрим. Вот она, железный конь. Тяговитый. Тянет уже грузик. Он там загрузился. Мы, между прочим, сейчас на нем еще и прокатимся туда наверх. Вот он делает свою остановочку. Приехал, красавец. Сверху на него цепляются крабы. И они вытягивают контейнер. Вот таким вот макаром. Он погружается в другой контейнер, в разгрузочный. И оттуда пойдут конвейер, которые будут, соответственно, поставлять всю приехавшую руду в нужные плавильни. Садимся в наш поезд и поехали наверх. Кстати, как ты уже заметил, я тут немножечко переработал железную дорогу. Я сделал ее более прямой. Вот и приехали мы на угольный карьер. Заезд у нас осуществляется с другой стороны. В прошлой серии я заезжал сразу же с подъема на станцию. А теперь мы делаем круг. Все, погрузка завершена. И мы отправляемся на центральный завод. Вот и прибыли. Так, на самом деле, на угольный карьер мы должны приезжать абсолютно пустые, смотри-ка. Поезд даже не выгрузился, поскольку у нас тут погрузка забита углем, даже. Все в угле, надо все это дело выгружать. Теперь мы можем окончательно избавиться от этой конвейерной угольной линии. Поскольку у нас теперь есть поездатый дружочек. Значит, вот это мы тоже убираем и делаем что? Напрямую подключаемся к нашей грузовой платформе. Вот так вот. Сейчас, по идее, отсюда должен пойти уголь. Прямо вон туда. О, пошел. Я думаю, здесь побыстрее конвейер поставить, чтобы наша грузовая платформа пошустрее разгружалась. Давай посмотрим, какие конвейеры у нас есть. Четвертый уровень. Боже мой, это очень быстро будет. Давай, наверное, сделаем третий. Смотрим, с какой скоростью у нас. Ого-го-го-го, вот это скорость. Вот это да. Ну-ка. Но прилично, прилично. Так, я думаю, что нам нужно будет сейчас доделать нашу железную дорожку. Потом подняться наверх, решить вопрос с катерией. Как она там? Катерийский. Вот. С вот этой рудой. Катерийной рудой. И нам нужно будет прицепить к поезду еще один вагон грузовой. Нам еще нужно кое-что сделать с нашей парящей железной дорогой. Так оставлять я ничего не хочу, поскольку это опасно. Вдруг... Не, ну понятно, что в игре-то ничего не обвалится, но в жизни, если такое построить, то это все нафиг рухнет, как только по этой дороге проедет поезд. Поэтому мы сделаем как в жизни, все укрепим, будет у нас все по красоте. По-царски. Значит, смотри, вот поезд поехал, и вот здесь бы уже дорога рухнула. Мы делаем вот такие вот колонны. Держащие колонны. Надеюсь, у меня это получится. Нет, у меня, походу, это не выйдет. Сделать красивенько. Эх. Давай попробуем снизу вначале сделать. Наращиваем столбик. А, все. Тут уже в упор. Значит, нужно чуть подальше сделать. Ну вот, здесь вроде прокатывает. То есть, вот так вот это все в идеале должно выглядеть. И сверху еще должна быть вот такая вот штука. Стой, не такая. Вот такая вот.
Но, как ты видишь, не влазит. Подожди, а если я вот эту уберу, а здесь поставлю вот эту? О, вот так норм. Вот так пойдет. Конечно, видно сверху промежуток небольшой. Если мы его закроем так, нет, не прокатит. Короче, вначале нужно было эти столбы строить и на них уже потом железную дорогу класть. Ну ладно, это, короче, получается какая-то фигня, поэтому все это разбираем. Будет у меня, значит, железная парящая дорога. Бежим, значит, на поезд, перехватываем его. Хопа, сели. Сейчас будем приделывать ему еще один прицеп, еще один вагончик. И нужно продумать его маршрут. Нам нужно сделать следующее. Добавить здесь еще одну остановочку на котерних рудниках. Вот она будет третья. Вот они, наши котерни и рудники. Мы здесь выходим. Это наша остановочка. И нам нужно сделать так, чтобы... Вот эту вот штуку, как бы нам тут сделать? Короче, вот эта штука нам сейчас здесь не нужна. Потому что она будет грузить все в первый прицеп. А нам нужно во второй. Соответственно, нам нужно поставить пустую платформу для первого вагончика. Вот она построилась. Ну, а здесь вот где-то еще одну погрузочную платформу. Но она здесь не влезет, потому что у нас слишком большой наклон рельс. Соответственно, нам нужно все это двигать вперед. То есть вот здесь надо платформу поделать. Сейчас, подожди, посмотрим, поезд здесь остановится или нет. По идее, должен. Так, он заезжает сюда. Аста-ла-виста, бэби. Да, круто он остановился. Хотя я там делал остановку. Странно, почему так. Но пофиг. Уехал и уехал. Разберемся чуть позже. Нам сейчас нужно здесь нарастить платформу еще. Значит, вот это вот все разбираем. Вот так вот. Расширили платформу. Теперь смотри. Главное не допустить ошибку. Берем железную станцию. Стрелочка ее делаем в ту сторону. То есть, чтобы разгрузка была, когда уже поезд едет к центральному заводу. Это очень важно. Значит, ставим здесь станцию. Шлеп. Теперь делаем пустую платформу, чтобы в контейнер с углем нам ничего больше не засыпали, никакой катери. И вот теперь ставим грузовую платформу для погрузки катери. Вот так вот. И вроде должно все работать. Теперь нам нужно соединить рельс. Соединяем. Есть. Гамбург хаб... Как-то там. Говорят, что это немецкий, и это действительно немецкий. Гамбург. Но мы его переименуем на русский. Пусть это будет Катькина руда. Потому что с Катериной я там запутаюсь. Это вообще там окончание менять. Это именительный падеж, родительный и прочее, прочее. Короче, Катькина руда. Все, эта станция посвящается Катьке. Теперь нам нужно соединить железную дорогу. Надеюсь, у меня это получится. Давай вот сюда цепляйся. Есть. Получилось. Поезд, едь сюда. Ну шо, дружочек, поехали, поехали. Сейчас заново придется ему настроить все станции. Вначале, значит, мы едем с центра на угольный карьер. Дальше мы едем с угольного карьера на Катькину руду. Ну и дальше как бы по кругу. Сейчас на станции угольный карьер мы добавим еще один вагончик. Надеюсь, мы успеем это сделать. А, мы проехали угольный карьер, поскольку у нас забит, видимо, контейнер. Но здесь-то мы точно должны остановиться. Я выскакиваю. Сейчас у нас тут разгрузка будет, и мне нужно еще вагончик прицепить грузовой. Вот, вот так вот. Все, поехали. У нас всю руду угольную должны были забрать, по логике вещей. Да, ее забрали. Все, мы пустенькие едем. Отлично. Let's go, let's go, let's go. Ништяк, у нас теперь два прицепа. Я как настоящий машинист, блин. На самом деле я вообще не рулю, не газую. Все делает автопилот, я просто как пассажир еду. Итак, смотрим. Сейчас нам грузят первый контейнер углем. Дальше мы едем до Катькиной руды. И нам там грузят второй контейнер, но уже Катькиной рудой. Сейчас смотрим, вот смотри, пустые заезжаем. Грузите нам контейнер. Есть. Как же это прикольно-то, а? Я прям со всего этого балдею. Ну, железная дорога, это же вообще пупительно. У меня раньше была железная дорога такая пластмассовая, типа
Лего, но другая, совсем другая, китайская какая-то фигонька. Я так в нее любил играть, это просто капец. Все, нам погрузили контейнер. Мы едем теперь на катке на руду, и мы там должны сделать остановку. Если мы это не сделаем, то, я не знаю, придется разбираться. Придется уволить машиниста, ну, то есть меня. Уже начинаем оттормаживаться, потому что тут резкий спуск. Катюха, надеюсь, ты нас ждешь. Вот, подъезжаем. Один вагончик стоит на пустое место, другой вагончик... О, отлично! Прям ништяк! Все четко встало. Все, я здесь остаюсь. Нам нужно подвести конвейерную ленту, чтобы добывать Катькину руду. А, мне же там еще нужен рудник добывающий. Блин, я его еще даже не сделал. Здесь у нас, значит, погрузка, все правильно. Пойдем смотреть на Катькину руду. Ну и заодно, наверное, сделаем сейчас здесь конвейерную ленту. Так, все, понеслась туда. Здесь у нас еще газовые вот эти цветочки, надо их обходить стороной. У меня, конечно, есть противогаз с собой, но не хочется его одевать. Так, Кати... Подожди, а где у нас эта руда? Блин, я тут, кажется, мальца немножечко что-то перепутал. Мои там извилины тоже что-то перепутали. Вон там руда-то находится, а я здесь. Блин, а зачем мне конвейерную ленту туда теперь тащить? Ну ладно, потащили, что. Нам, правда, здесь понадобится сделать вот такие вот платформы. И туда вниз. Потом поймешь, для чего это все нужно. Мы скалолазы, мы не плотники. Оп, прыгаем сюда. Летать умеем как... Как кто? Как орел. Правда, орлы могут и убиться об скалу. На скорости. Но это уже не важно. Блин, мне же сюда еще электричество надо подтащить. Ну что ж ты будешь-то делать-то, а? Забираем буровую установку вместе с катерийской рудой. И ставим сюда более серьезную буровую установочку. Вот, поставили. Конечно же, нам нужен лифт. И как можно выше. Не хватает ресурсов. Абламентос. Ладно, поехали добывать ресурс. Вот, кстати, ступеньки пригодились. Так бы просто я на эту горочку бы и не поднялся. Эт, прям совсем впритык мне хватает топлива. Конечно, можно вот так вот еще летать. Как многие писали в комментариях. Но мне лень. Я капец какой ленивый стал в последнее время. Я даже предпочитаю ехать на конвейере, нежели бежать по нему. Потому что мне это лениво. Едешь и крутишь свой футуристический спиннер. О, поезд, стой, мне нужно на тебя сесть, подождите-ка. Стой. Опа, успел, фух. Запрыгнул в последний вагон прям. Интересно, если я сейчас подпрыгну. Вот, да, поезд из-под меня уехал. Кстати, насчет материала. Че я буду на завод ехать, у меня ж тут вот. Надо конвейерную ленту разобрать. Сейчас ее подразберу, да на обратный поезд сяду. Он как раз уже едет. Поезд, подбери меня. Я здесь... давай, падай. О, да, отлично. О, там слизняк есть. Надо бы за ним спуститься. Здравствуйте. А, моя остановка, я спрыгиваю. Он же тут не останавливается, когда я в ту сторону. Знаешь, что я хочу? Я хочу подумать, а могу ли я электричество от нашей станции прямо туда провести. Сейчас, подожди. Вот, зацепились. Сейчас беру свой навороченный спиннер. Спиннер. Сэкономим топливо теперь. Йоу, поехали вниз. Сейчас я смотрю, столбик у нас заряжен, нет? О, да, по этому столбу идет электроэнергия. Поскольку вон та станция подключена к основной электросети... И это не может меня не радовать. Не нужно тянуть из самых гагр эти провода. Все, подключили. Все работает. Шикарно. Теперь спокойной душой делаем длиннющий лифт. Ночная стройка назревает. Шикарно. Значит, теперь нам нужно от того лифта дотянуть конвейер сюда. Я даже не знаю, получится у нас это или нет. Ну, я вот думаю, что отсюда-то можно зацепиться. О, цепляется. И сюда конвейерная лента слишком длинная. Понятно, значит будем теперь туда строиться. Ну вот так-то, я думаю, должно хватить. Давай проверим. Но прежде чем мы это сделаем, я думаю, надо уменьшить
саму конвейерную... Сам конвейерный лифт, он слишком высокий. И мы потратили на него слишком много материала. Вот. Такой вот высоты нам хватит. Цепляемся сюда. О, теперь хватает все. Теперь все хватает. Остается только закинуть его на вторую. Ух, упал. Где подъем? Остается его зацепить только на вторую платформу, потом на третью и на первую. И дальше там уже близко будет зацепиться. Нифига не видно. Где фонарик? Включи фонарик. Вот так получше будет. Значит, теперь надо наверх нам как-то закинуть. А мы, наверное, тут лифт сделаем. Да, действительно. Ну вот и все. Осталось только соединить этих двух братьев. Здесь сейчас... Ну вот и чудно. Все. Конвейерная лента у нас готова. Сейчас катерий будет поступать. О, как он долго едет. Ну да пофиг, ладно. Можно было, конечно, заморочиться и сделать объездную железную дорогу, чтобы оттуда ехал поезд. Он туда вниз, но тут слишком крутые склоны, поэтому я не стал заморачиваться, удобнее сделать конвейерные ленты. Все, прибежал на остановку, жду своего поезда. Знаешь, что подумал? Слишком долго едет катерий. Давай-ка мы сделаем конвейер третьего уровня здесь. Вот так. Смотри, как, насколько быстро сейчас руда полетит. Жух, 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 жух. Вот это я понимаю. Там уже поезд едет. И вот сейчас посмотрим, как на него будут грузить катерий. Катькину руду. Так, мне нужно подняться на второй уровень. Все, он здесь останавливается. Руду на него сейчас погрузят. А я, пожалуй, сверху вот здесь сяду. Давайте вот этот вот контейнер ко мне. Сюда. Интересно, сколько там руды? Можно посмотреть? Сейчас его погрузят, и мы посмотрим. Все, убирай свои пакли. Спасибо. Сейчас я посмотрю, что тут у нас. Давай, давай, давай. Все, мы поехали, но посмотреть что-то я не могу. Как это так? Как это так? Я не могу посмотреть. Вот здесь могу. 45. Ну, что, неплохо. А, слетел. Слетел. Стой. Ну, ладно, я тогда вот тут конвейерную ленту поразбираю. Блин. Уголь разгрузился, а катерий-то нет. Потому что у меня там разгрузочные платформы для катерия-то я не построил. Тут, короче, и вообще надо расширяться еще больше. Значит, пришло время распрощаться вот с этим вот фундаментом, который я строил очень долго. Он нужен был нам для того, чтобы добраться до угля своими ножками или на мототележке своей. А в дальнейшем этот мост послужил и для гиперлапса, вот для этого. Но... Сейчас у меня есть ЖД-ха, мы развиваемся. И все ради прогресса. Наращиваем здесь еще фундамент. И сейчас мы попробуем здесь сделать... Блин, я, конечно, не знаю, получится это или нет. Но попробовать, походу, придется. У меня тут просто изгиб железной дороги идет. Есть вероятность, что я не влезу. Так, значит, нам сейчас нужно вот это вот убрать. Поезд немножечко постоит, повисит. Не страшно. Вот, грузовая платформа сейчас нам должна встать вот сюда. А, блин, не влазит. Гиперлапс мешает. Гиперлапс, сорян. Но я тобой уже давненько не пользовался, так что... Ты мне больше не нужен. Вот. И теперь у нас все должно влезть. Ну-ка. О, да. Осталось только соединить... Блин. Посмотрел наверх и потерялся немножечко. Куда цеплять-то? Значит, нам нужно зацепиться как-то. Сейчас как-то будем цепляться. Значит, вот здесь вот зацепочка. Железнодорожный путь слишком длинный. Ок, мы сделаем немного по-другому. Нарастим здесь немножечко фундамента. Продлим нашу железную дорогу вот так вот. И должно все у нас получиться. О, смотри, получается. Е! Все зацепились, все здорово. Теперь осталось поезд найти и перезапустить его. А вот, кстати, он едет, смотри-ка. Дай-ка я в тебя сяду. Он меня, кстати, собьет, нет? Не, не сбил, но я зато успел в него сесть. Сейчас посмотрим, как у нас будет разгрузочка проходить. Сейчас должно все быть. Ого. А, я разгрузку забыл поставить. Подождите, надо включить разгрузку. Разгрузку здесь. Выгрузка. Черт, не успел, походу. Эх. Сколько он тут руды привез, интересно, посмотреть. Видимо, пока идет разгрузка, никак. Ладно, поехали чуть выше. Там нужно рельсы исправить. Из кривых прямые сделать.
красивые, чтобы поезд ехал прямо по рельсам и никуда не вилял, не терял скорость. Вот здесь, пожалуй, надо уже начинать исправлять, вылазим. Ну, кстати, вот этот мост из фундамента, он нам прослужил верой и правдой не только. Еще на основе него мы смогли построить железную дорогу, так что он сослужил прям хорошую службу. Мы просто взяли и заменили его на ЖД-ху. Так, ну вот, уже более-менее приемлемый вид. Прямая, ровная железная дорога. Готово! Тут у нас уже тоже все сделано. Переделывать я здесь ничего не буду, несмотря на то, что поезд у нас здесь едет и через буровую установку, и через камни, и через деревья. Я все равно здесь ничего поменять не могу. Камни пока я не умею подрывать. Поэтому пока так. Ну, давай теперь проедемся по нашей новой железной дороге. По ровненькой, по нормальной, по-человечески сделанной. И посмотрим, где какие у меня косяки имеются. Потому что поезд по этой железной дороге что-то ехать не хочет на автопилоте. Говорит, не может доехать до угольных рудников. Не знаю, что ему там не понравилось, вот сейчас и выясним. Вот, мы уже подъехали. А, ну так все понятно. Стой. Тормози. Хорош, давай задний ход. Нам нужно стрелки переключить. Потому что, видишь, мы не той стороной заезжаем на станцию, и тут погрузка, ну, никак не будет произведена. Где у нас тут стрелка? Стрелка, а ты где? Не вижу стрелки. А, так у нас вообще стрелки нет, в принципе, здесь. Вот этот поворот. Вот это сенсация. Это убираем. Сейчас придется стрелку делать. Это значит разбираем. И вот сюда тянем. Во! Теперь стрелка есть. Значит, мы едем не налево, а направо. Прямо. Куда поезд-то уехал, э? Забыл наручник поставить. Блин, ну, конечно, вот эти вот железные дороги и поезда, это очень круто. Куча нюансов, конечно, которые нужно учесть. Иначе поезд просто не будет ездить нормально и грузиться. Но когда ты все это сделаешь, ты так кайфанешь. Это просто так бомбезно. Не передать словами. Все, мы правильно заехали. Ну что, я нас категорически поздравляю, потому что мы все сделали. Наша первая железная дорога запустилась. Приехали и выгружайте, выгружайте все. Все, что есть у меня и все, что я привез. Залетел в хапчик, решил посмотреть, что там осталось для апгрейда. Прокладка трубопровода уровня 2. Как бы тут мы вот это сейчас наберем быстренько. У меня это даже, в принципе, есть. Выбрать цель. Закидываем. Сейчас еще остатки сюда тоже притарабаню. А дальше нас ждет большой попец. Нужно завершить третью фазу в космическом лифте. А тут я тебе скажу, мама, не горю, какие запчасти и в каком количестве их тут нужно. Так что в следующей серии нам придется изрядно попыхтеть. Все собрал, все у меня уже было готово, так что это заняло буквально какие-то пару минут. Запускаем. Ей, прокладка трубопровода второго уровня у нас разблокирована. Спасибо, Анна. Ты щедро нас вознаградила. Давай сейчас. Подожди, не улетай без меня. Я на тебя запрыгнуть хочу. Эх, опоздал. Да ладно. Знаешь, не в этот раз. Подумаешь. Ну что, мы хорошенечко так с тобой потрудились. Железка у нас теперь есть. Если тебе понравилось, ты хочешь увидеть продолжение по Satisfactory, то не забывай ставить лайки под видео и подпишись, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить этой серии. Ну и, конечно же, другие крутые ролики, на которых мы, собственно, и увидимся. Так что до встречи!